Здравствуйте, друзья, вас приветствует Алексей, усадьба Мятная Поляна. У меня после опалубки осталось много досок, которые шли на раскрепление опалубки, на усиление. Думаю, куда применить? Ну, применить можно куда? Сжечь в печке, но это негуманный вариант. Решил сделать настил, продолжить. Вот у меня настил к бане есть. Решил продолжить в эту сторону. Как обычно, начиная съемку, экшн-камера вырубается на самом интересном. Так вот, после того, как я залил фундамент под бытовку ленточный, у меня много осталось перемычек с опалубки. Я саму опалубку еще не снимал. Сделаю настил. После баньки по настилу очень приятно идти. Thank you.
Пойду искать дальше доски, обрезки. В принципе, вот так вот делается настил. Я не знаю, сколько времени прошло, минут, наверное, 15-20. Я при вас сколотил моментально. Благо, я с малых лет гвозди умею забивать. У меня дед был плотником. Целый ящик гвоздей был встречен на все, что угодно. Когда она доходила до того, чтобы... Деду надо было забить гвоздь, он спрашивает, а где гвозди? А там было килограмм 10 гвоздей или больше. Ну, я говорю, ну, забил куда-то. Так ладно, он и был ужасно. Уже, кстати, закат. Я не знаю, по времени. У нас уже 9 час вечера. Закат. Тишина. Гробовая тишина. Ни птичек, ничего не слышу, только нытье комаров, которые меня атакуют. Спасибо за внимание, с вами был Алексей, усадьба Мятная Поляна. До скорых встреч!